После всех этих бесчисленных поисков, я наконец-то нашел тебя. Ты помнишь, у нас есть с тобой незаконченные дела. При прошлой встрече ты сбежал как жалкий трус. Но так как мы теперь в твоем таймлайне, я сомневаюсь, что ты сбежишь. Да, ты прав. Этот ложный пацифист — мой рай. И я не позволю тебе превратить его в ад. Даю тебе последний шанс свалить. Стоп! Как ты пережила это? Как же глупо с моей стороны! Как я мог забыть об этом? Ты ведь просто грязный хакер! Убирайся! Дилетант! Спасибо тебе! Благодаря тебе у меня есть новая кукла! Простите меня. Я пущу тебя и твой таймлайн в пучину отчаяния! А для вас, как всегда, озвучивала команда HSP Волсойс. Спасибо за просмотр. Как там это говорится, роли озвучивали? Игрок — это Эмми, ссылка в описании. Ну и Эрор — это Шурма. Ссылочка тоже в описании. А, еще кое-что. Не забудьте зайти в описание, я укажу то место, откуда я взял перевод на этот ролик. Вот. Хочу, чтобы человек тот порадовался. До скорых встреч.